Под прицелом Леонида Власова лучше не оказываться. 20 лет в отряде спецназначения, сотни раскрытых дел и чуть ли не 1000 задержанных наркоторговцев. Здесь у нас есть свои заповеди. Как говорится, приводить к нормальному бою нужно не оружие, а гугу стрелка. Так как винтовка является инструментом, а оружие это сам. Внутриведомственные соревнования у ФСКН по стрельбе дадут форы и чемпионату Европы. Леонид Власов шел к успеху не один день. Сначала место в десятке, потом в четверке, и вот долгожданный триумф. Ну, наша напарница, чемпионка, она называется СВДС, калибр ее 7,62. Уничтожение противника ведется на дальних расстояниях с открытым прицелом 1200 метров, с прицелом ПСО 1300 метров. Снайперская винтовка Драгунова. Надежное, но крайне чуткое оружие. В стрельбе из калибра, больше подходящего для пулемета, важна каждая мелочь. От удобного положения для стрельбы до подкатки прицела и сошек. Нам удобнее стрелять, когда сошки находятся приблизительно на середине ствола. Взяли себе сошки Харрис и придумали крепление ближе к середине ствола. Хотя штатные сошки ставятся на ствольную коробку. Старший оперуполномоченный спецназа с многообещающим названием «Гром». Человек скромный, хотя похвалиться уж ему-то есть чем. В прошлом году подполковнику ФСКН Леонид Власов был награжден почетным званием «Ветеран спецназа». Антон Иконников, Олег Фомин, телеканал «Первый областной». И нету сомнений, услышал приказ. Трепещет противник, зная о нас.